сейчас находимся на орбите планеты Чар. Сиратул, ты выяснил нахождение Калиса? Да, я помню ощущение его силы, когда последний раз был в том мире. Наши датчики указывают на сильные энергетические колебания в этом районе. Однако я не могу выяснить его расположение. Это же очевидно, господа. Источник энергии – сам высший разум. Когда мозги собрались вместе, они использовали энергию Калиса и расположились вокруг него. Возможно, в этой области есть несколько пунктов. Рискованно, но если мы нападем внезапно, вероятно, сможем пробиться и похитить кристалл. Друзья, есть альтернатива. Так как высший разум все еще находится в начальной стадии, мы можем попытаться нарушить его контроль над выводками. Если мы нанесем ему значительный ущерб, зерги соберутся вокруг него, и у нас появится немного времени, чтобы отыскать Калис. Прекрасный план, юный Арданис. Ваша храбрость уступает храбрости великого Тассадара. Вы слишком высокого мнения обо мне, почтенный Зератул. Так, ребята, не стоит терять время. Я смогу обеспечить некоторый контроль над несколькими зергами здесь и страховать вас. Но чем дольше мы ждем, тем больше у нас шансов потерять опыт не стал. Согласен. Палач, разворачивай наши войска. И да пусть Адун прибудет с тобой. Погнали. Ой! Так, а фиг ли делать, ребятушки? 36. Сейф. Задача отыскать кристалл Калис, починить ущерб. Отдалить камеру можно? Хуй там. Так, тут у нас Люра, я помню ее. Помню, блять, как ясный день. Псы, 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 псы. А, неудобно контролить сразу две базы, когда ты играешь полулежа, еще и голова болит. После охуенного сюжетного поворота 6-й серии 2-го сезона «Атаки Титанов», который только вчера вышел. Не, сегодня вышел в русской озвучке. Поэтому я его и смотрел. Да. Вот так вот. Этот сюжетный поворот, а теперь башка болит. И это нехорошо совершенно. Так, давай-ка. Это. Вот так. Блять, я там ёбаный вот. Тут целый фронт из-за этого говна. А хули делать? Блять, у меня осадников нету. Так, а там спорки. Ага, там есть. Блять, как же там много всего. Я так понял, к сверхразуму так же тяжко будет добраться, как и в холостую к этой хуйне. Точно. Мутируем. Есть идея. Есть, блять, идея у меня одна. Сейчас все будет. О, кстати, я ж мог корсаров хуярить. Может, корсары мне нужны? Пригодятся тут. Что мне сделать? Просто отыскать Калис. Просто взять и отыскать, и все, да? Ну, там типа много, я думаю, всего будет. Я думаю, там чисто парочка этих самых дебилов каких. Чисто парочка. Так, тут совсем немножко минералов. Корсаров там не спасет. Там нужно что-то больше. Бля, голова вообще не варит. А где газ? Нет, это не газ. Вот есть газ. Один. Ну, блядь. А, блядь, тут же разные кнопки. Хуй разберешься. Вот протосы и тираны я разбираюсь. А вот протосы и зерги, вот это тяжко.
Да, они одновременно под управлением. Так, нужно немножко бараков добавить. Я не знаю, космопорты, ну, блять, космопорты. Что я там могу строить? Я не знаю. Что я там могу строить? Что-то? Я не помню. Ой, так, батоны, нахер. Перехватчики, нахер. Ой, перехватчики, перехватчики, это перехватчики с батона. Эти самые, как их? Разведчики, скауты. Корсары, нахер. Судья, нахер. Ну и получается. Вся воздушная флотилия протасов, нахер. Как-то громковато, вам не кажется? Звук, да вроде норм. Или это я какой-то... Ничего-то мне не нравится все. Так, газик. Ой, блядь, да ты, сука, издеваешься. Так, мне нужна газилка. Есть где-то в округе газилка. Ну-ка, давай прирежь их. По-тихому. Мне нужна газилка. Мне реально, блядь, нужна газилка. Где она? Так, ну это не газилка нихера. Это убитая газилка. Да, газилотиков чуть-чуть. И мне нравится, когда их щекочут. Окей. Еще три. Да, у меня тут размножение жесткое идет. А, у нас тут идет эта херня. Ёбушки, воробушки. Убить. Концы тебя. Педрила. Отлично. Сколько я помню, а я нихуя не помню той местности, но вроде там база была. Но она была под зергами и все такое, да, вот. Зергушата пошли. Парам-пам-парам-пам, увидим. Ну да, и база. Вот, все. Все стало на свои места. Ладушки. Ой, ну привет, блять, владык. Блин, на мне пилоны не пишут. То есть тут, типа. Блин, не могу вспомнить, как это на русском. Только на украинском помню. Ну, бля. А, блин, голова не варит. Голова не варит. Что делать? Ну, блядь, как у кнопкой? Вот этой. У меня вообще пишет звук? Ну-ка, момент. Вроде должно. О, у меня есть форжа. Это здорово. И тогда вот так. Ой, мать. Интересно, этих лингов хватит? Не думаю. Концы ему. Дай ему концы там уже. Спасаем улей. Наш улей атакован. Спасите же его. Убивать. Грабить, насиловать. Тан-таран-тан-тан-таран-тан-тан-таран-тан-тан. О, убить. Убить тварей. Раз. Минус один. Минус два. Минус три. Минус четыре там. Нормально. Разобрались. Отлично. Подъехал шаттл, хуй знает зачем. Меня все равно там трахнут. Кто там вылупился? Дрончики. Дрончики, это хорошо. Так, нужно создавать макрохату. Пора бы. Мы выросли до этого момента. Ой, так, что делаем, что делаем? А что нам делать надо? Так, тут у нас все строится, все делается. Как положено, наверное. Стоп! Вот, блядь, провели гады. Ну как мне решать эту проблему? Так, тогда протосы. Возвращаемся к протосам. Пидоры, пидоры. Какие же вы пидоры, а?
все-таки. Пидоры. Ой, блядь, да отъебись. А, серьезно? Не, ну туда пробиться тоже тяжко будет, я вроде как помню. Хотя это не точно. Сюда тоже пробиться тяжко. Это же, блядь, целый фронт. Конечно, туда будет пробиться тяжко. Сколько на 3 минеральчика, столько рабочих отправляю. Это умею только я. Так умею только я. Не, ну штормить это все дело бесполезно, я думаю. Я бы сказал, я даже уверен, что это все херам как бесполезно делать. Просто бесполезно. Давай, 120. Вот, все готово. Группа. В бой. Группа 1. Так, моя штурмгруппа. В прикрытие этих дебилов. Пойдет куда-то вот сюда. Так, у нас тут есть мистер Оверлорд. Ой, пошло, пошло, пошло. Что я делаю? Куда я атакую? Может, тут наземкой можно пройти? Хуй знает. Если можно, это... А, не, нельзя. Но с Тома чуть-чуть прочистили себе путь. Сударь, не могли бы вы? Да, вот так, пожалуйста. Так, блядь, их там окоропили немножко. Эх, вот это было совершенствование, сейчас завершилось. Было бы хорошо. Так, нам нужно больше драгунов. Да. Пилоны, привет. Нам нужны пилоны. Ртосис Пайлон, давай в бой. О, дальность стрельбы этим педерастом подъехала. А ты куда? Чё, тебя там обидели, что ли? Тебе тут, давай-ка без обид. Вот так, хорошо. Разуплотнили дебилов. Мои... Мои бананы сейчас тут все сделают. Кстати, нужно свежачок подтащить. Вот эту четверку. Ах, бля! Вот это неожиданно. Так, а где? Вот. Шаттл сейчас подтянем. Так, где еще? Вот тут, да. Вот, двигаем туда, смещаемся. Мразь! Хуй соси. Хуй соси. Хуй пососу. Ну, блядь! Концы тема. Ладно, аккуратненько подтягиваем свою жопу. Оп. Кто-то видит. Отлично. Отлично. Дотянешься? Дотянется. Оп. А! Отлично. Постреляем туда. Ой, ресурсы-то как копятся адские, просто адские, адово. Адово ресурсы копятся у меня. Нужно их тратить. Тратим ресы куда-нибудь. Куда-нибудь, неважно куда. Вообще неважно. Так, ну чё, ебананы. Сделали свое черное дело? Молодцы. Так, это важное событие, нужно сейвнуться. Принк. Дроп. Ой, бля! Нет! Сброс дебилов! Блять, один дебил там в одиночестве. Дебил в одиночестве, это плохо. Дебилам нужно подкрепление. Дебилов подкрепление, отлично.
Давайте еще двух песиков засадим. И вот тебя. Отлично. Спускаем их. А, 5 пилоны. Дебилы. Где мои пилоны? Артосис, пайлон, давай. Так, наш там что-то пытается. Ой, блядь, спасать. Нам и так неплохо живется, в принципе. Оп, группировочка, группировочка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Эй, товарищ, у нас тут есть что-то. У нас тут для вас что-то есть. Блин, какой же ты медленный кусок говна. Сброс, сброс, сброс. Ох, мать! Да, блядь, да... Господи, что здесь происходит, а? Там такое же дальше. Дальше, блядь, такое же. Уебананы, а? Просто куски дерьма. Пиздец, что здесь происходит? О, еще один шоту. Прикольно. Блядь, дебилы! No! Джонни! Зачем ты это сделал? Джонни, блядь. Джонни, говна ты кусок, а? Все, блядь, валим отсюда дальше. Да, молодцы. Выгружай. На выгруз, тащи. Блядь, фокуси! Господи, блядь. Ну и срань же здесь происходит. О, там какой-то умелец достреливает. Здрасте. Ой, мля. Пизос. Просто лютый. Срочно клепаем под крепу. Так, клепаем это. Клепаем это. В принципе, все, клепаем, что там только можно клепать. Так, тут мы все раскурочим сейчас. По красоте. По фэншую, блядь. Так, ну и в принципе, ну такое тут еще. Блин, вскрывать и вскрывать меня. Противника моего. Да, вот этот ряд выдрачим просто. Ой. Зачем же вы так? Зачем же вы так, а? Здрасте. Мы тут, блядь, целый фронт организуем по вашим еблецам. Обстрел. О, тут еще двое хранятся. Два дебила. Сюда паритесь. Все сюда. Так, свеженький отрядик. Сейчас мы тут задрючим. Ага, молодцы. Что, достает там докуда? Не стоишь? Хуй там? Ты? Нет. Ясно. Значит, нужно десант сбрасывать внутрь. Хуеть. Есть где десантная? Хуй-то. Давай-давай, иди сюда. Двигай сюда. Шаттл сюда. Второго забирай. Пиздаку сейчас получаем. Мы было получено. Правильно, получаем. Ох, бля! Ой, бля! Спаси! Че они такие живучие? Ой, блядь, гидрасики, кабасики подъехали. Стоять, не двигаться. Гидрасиков теребить. Свое еблецо не подставлять. Так, надо под крепу. Эх, было бы все на горящих клавишах, было бы удобнее. О, привет, пилоны. Отставить. Шаттл прислать.
А, блять, два дебила внутрь. Так, там дальше идет махач, да? Да, у нас тут дальше махач. Где второй шаттл? Сброс! Сброс, блядь, дебил! Блядь, пиздец какой-то. Просто курновал. Ональный курновал. Так, товарищ, а ну-ка, давайте-ка мы вот этому дадим залпик. Так, шестерочка. Внутрь, 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 внутрь. Все внутрь. По машинам, так сказать. У нас там следующая группа, да? Давай-ка сюда продвинемся. О, да тут пеший переход. Заебись. Заебись. Сброс. Сброс дебилов. Сброс дебилов произведен. Ох, пиздец! А тут неплохо живется. А каким это лешим? Каким это лешим мои шаты такие убитые стали, а? Давай, господи, что, все загрузились? Окей. Так, куда мы? Давай сюда, куда? О, там еще есть. Давай сюда. Отстрел! Да, серьезно, они там пробили меня. Да ёптить моптить, сколько можно, а? Шаттл раз, пилон два, пилон три и домой. Так, он... Ой, каплок зачем нажал? Неважно. Так, мы уже тут пробрались, по сути дела, да? Не так уж сложно. Так, по чуть-чуть, по малёху. Блять, мои шаттлы! Живите, блять! О, ни один не сдох. Удивительно. Давай-давай, вливаем дамаг. Дамаг вливаем, вливаем. Молодцы, молодцы, молодцы. Оперативненько я тут разобрался со всем этим дерьмом. Там еще небольшой ряд. Но нам похуй. Нам главное доставить хоть что-то туда. Вот-вот-вот, все, мы пробрались. Где? Вот шаттл мой. Кору лево. Что-то тут хватит под нас. Убьют? Убили. Круто. Раздеребанили. А, не важно, собственно. Чё? Ух ты ж, бля! Сражайтесь, как не сражались никогда ранее. Ой, давайте лучше отступим. Бля, ну ничего, с адреналином там. Ну вот, типа, мы прибыли. Вот он. Алис, во... Ну, мы его забрали. Ну, чё? Иди... Что? Ты как тут оказался, говно? Посмотрите, где он лазит, а. На-на-на-на-на. Ну вот он, Калис, ёпти. Задача миссии — отыскать кристалл в Калис. Или... Ну? Ну? Я его отыскал. Блять, дарками, кажется, нужно его отыскать. Что за дискриминация обычных тамплиеров? Обычно... Обязательно нужно дарком туда припиздавать. Не, если это не сработает, я, блядь, тупо пропишу вин. Не думаю, что там будут какие-то финальные диалоги. Я жду. Так, сейчас должно что-то произойти. Блядь, они могут сдохнуть. Так, 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 оп. Сброс дарка. Это что вам нужно? Да. Ну... Дебилы, а. Значит, я не зря послал шаттл, сейчас попробую рабочих туда доставить. Блять.
Так, вот они тут сбросились. Ебался. Ой. О. Экзекьютор, калис наш. Let us depart this wretched world and return to Shakuras. Provided there is still a Shakuras to return to. Готов. Ну что ж, и на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Поверить в это? Да еще эти зерги. Матриарх, ты уверена в этом? Совершенно уверена, юный храмовник. Калач, я как матриарх темных храмовников и хранитель этого мира повелеваю тебе уничтожить предателя Алгариса и немедленно подавить мятеж. Нам хватает проблем с зергами. Здесь что-то не так. Матриарх всегда была очень мудра и нежна душой. Принять такое решение не очень-то похоже на нее. Все может быть. А сейчас мы должны убить друг друга. Надеюсь, Адул простит нас. Так, ну что ж, погнали. Прими к сведению, палач. Наши силы раздроблены. Алдарис захватил контроль над нашими воинами, храмовниками и арбитрами. Возможно, он пошлет против нас и архонов. Нет, друзья, архоны за нас. Если возникнут какие-то сложности, архоны выступят на стороне темных храмовников. И только они смогут нам помочь победить войска Алдариса. Блин, как же это тихо, Почему диалоги такие тихие, скажите? Ну ладно, так-то. Вообще есть обратная связь, контроль разума, водоворот. Водоворот вообще хуй знает что. Вообще хуй знает что. Вот все практически. Так, ну контроль разума, сука, 150. Блин, было бы еще адекватное объяснение всего этого дерьма. Давай сделаем вот так вот, по приколюшке. Потому что я могу, потому что я умею,
Будет у меня армия архонов. Таких вот интересненьких. А чё, у них хребет по центру такой свисает? Небольшой. А что мне вообще строить-то, а? Скажите, ребят, чем мне атаковать их? Не знаю, давай я не знаю, чем мне их атаковать, честно. Я хочу попробовать. Не-не, давайте мне нормального архончика. Блять, дебилы уже прибыли. Так, давай спиздим у них архона. Контроль разума. Хе-хе. Ну, Ну, обратная связь, это, наверное. А что у меня с этим самым, со щитом случилось? У меня щита нет. Но зато у нас есть архон. Водоворот. Блять, хуй знает, что это вообще такое. Короче, я понял. Когда просырается у тебя энергия, там просырается и щит. Давай, короче, армию этих педерастов сделаем. Так, с... Даже не знаю. Ну, давай. Бля. Так, тогда строим больше гитов. Будем всяких зелотиков делать и тому подобное. Так, раз врата. Два врата. Три врата. Так, ну, с газиком у нас перебора вроде нет. Точнее, ну, по рабам. Так-то у нас перебор по газу постоянный. Кто там заодунил? Где Адун? А, я дарка сделал. Ух ты. Я и не заметил. Чё-то я забыл про них. Ладненько, пусть будет. Эх, украсть бы батон. Это было бы круто. Спиздить батон. Спиздить батон, это весело. 130 энергии, 132. Ну давай. Атакуйте меня. Сделайте это. Так, любители Адуна подъехали. О. Пошли нехватки. Атакуйте меня, если не зассали. Блин, мне бы разведать территорию. Было бы хорошо. Ну давай. Посмотрим. Может, где до базы будет. Так, хуярим, короче, еще один гейт. Только где его взять нам? Вот тут. Минеральную экономику апаем. И все такое. Так, ищем, где бы поживиться вкусняхами и все такое. Оп. А что у нас тут? Ага. А вот и до базы нашлась. С газилкой по канону. Хорошая база. Так, К. Интересно, почему тут горящая клавиша, буква К? Ладно. Зелотиков пару штучек. Так, ну тут вроде тупичок, да? Ну да. Вот.
Что? Кто? Как? Почему? Смотрим. И хули. Что там происходит-то вообще? Давай за контролем разум. Так, свои. Ой, мля. У нас тут немножко пиздец начинается. Какой-то странный очень. Блядь, зря его, наверное, взял. Ладно, у нас появилось два битых зелота. И архончик вернулся к нам. Короче, все по пизде пошло как-то. Я этого не заказывал. Это не мой план. Так, опять же двух этих сбило. О, привет, пионы. Понятно все. Не, ну без нормальной армии у меня тут нихера не получится. Мне никакие вот эти вот архончики не помогут. Ты что-то какой-то убитый. А, он отстрелялся, и теперь он убитый к хуям. У нас тоже не очень какой-то. Ты тоже в говно. Ты у нас посвежей будешь. Ты у нас помоложе. Ты у нас полностью цел. Ты у нас восстанавливаешься. Хорошо. Хуярим пару-тройку фотонок. Так, и у нас собралось тут немножко газика. Раз, два, три, четыре. Будем надеяться, что это нам поможет. Ой, блядь, да ладно. Ладно, и так сойдет. Берем вот так вот эту группу. И отправляем сюда. Срочно газик ставим. Потому что нам пора уже его ставить бы. Так, и апгрейдимся. Эндарис. Эх, Эндарис. Адун среди нас. Адун среди нас. За наш наим. Да. Ты, блядь, издеваешься, да? Я жду. Твое слово. Все, шары делаются. Эти шары тоже, по идее, уже более-менее готовы. Надо добавить еще гейдик. Грейдик. Ой, блять, армия архонов таких. Ну и где враг? Чё-то я не вгоняю. Ладно. Чё, кого строим? Зелотиков? Или как? Что же делать мне? Не знаю. Раньше я тут батоны пилил, но чё-то я не хочу батонами играть. Не хочу. Учитывая, что это первый StarCraft, тут все мои юниты так жестко тупить будут. Что с вами не так, а, ребят? О-о-о. Кто-то пошел. Кто-то пошел, кто-то пришел. Отлично. Спиздили немножко вкусняшек. А в принципе, это не так уж и круто. Короче, штампуем армию зелов.
план с этими контроллерами провалился. Нам нужна армада зелов. Ага, я тут уже даже крейтом сделал. Какой я хороший. Отлично. О, зелоты подъехали. Ой, да ладно, блядь. Совсем охуели, а. Строим тут, строим там. О. Это же интересно. Штамповка пошла. Тут база у нас есть. Что у нас по зелам? Ну там еще вроде был. Да, вот тут еще зил. Так, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, семь зелов. О, погнали. Зилы мои. Пилоны штампуем сюда, куда не лень. Так, моя армия архонов. Армада архонов есть. Погнали. Я готов к битве. Так, грейт. Ну, двигаем куда-то. Прикольная штука. Стоит тут, крутится. Так, у нас тут проходик куда-то, да? Так, свежая пачка зелов. Погнали. О, привет. Можно типа как-то разворотить тут все, а то я не знаю, что-то вы сливаетесь. От трех фотонок с хвостиком. Так, зелоты прибыли. Подвигаемся сюда. Так, мы нашли еще одну базу. В принципе, нормуль. Почему бы и нет? Дался с вражеский зелот. Как? С. Блять, промах. Ну и хуй с ним. О, еще один. Есть. Это мой зелот. Зелот.
Тогда заказ быстро-быстро делаем, то заказ. Давай-давай, куда-нибудь двигаемся. Ну вы дебилы! Ну я ж попросил вас двигаться, а не стоять на месте, а? Вперед, нахуй! Долбоёбы, а? Ну долбоёбы, ну вы куда сунетесь? Ну я сказал вам вперед, а не назад! Дебилы! Иллюзия, отлично. Думал, что я так легко разберусь с тобой, палач. А ты только разрушил платформу. Вот куда вот эти вот бегут? Вот куда вы бежите? А, долбоёбы. Шо, фотонки идите пиздите, да? На фотонку попёрли. Да, нравится вам фотонки пиздить, да? Вместо того, чтобы исполнять мои приказы. Блять. Долбоёбы. Такие долбокряки, а. Так, поритесь вместе с ними. Давай, давай, я сказал вперед, а не назад! Давай, давай, мне нужно спасать своих! Вы там дрочите! Давай, давай, двигай, двигай, двигай! Все, это теперь наше. Ватага. Кто-нибудь есть? Молодцы, молодцы. Справляются. Ой, ну хорош! Да ты, блядь, заебал, я тебя сам сейчас прибью. Быстрей, быстрей, быстрей! Так, теперь это нашего тага. Блять, ни у кого энергии нет, что ли? Есть энергия, хорошо. Че, серьезно, ни у кого? Вообще ни у кого? Я должен. Скоро будет. Ясно. Ой, мля! Режьте его. Давай, должна быть у кого-то скорая энергия. Вот, у тебя там, у кого-нибудь. Тебя, я не знаю. Тебя. Блять, у всех там по 120. Не хватает. Вот, 150, наконец-то. Думаешь, что я предатель? Палач. Но предатель ты и материал. За который наша раса предана забвению. Так, все, ребят, 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 отступаем. Блять, тут уже некому отступать. А, все, тихо, оставить, оставить, оставить. У нас тут есть путь. Дерьмо, у меня войск-то почти нету. Ресурсов при этом дохуя. Ой, здрасте. Не, не хочу, не хочу, не буду я с вами драться. Так, как я смотрю, вообще нету этой хуйни. Убить здесь, отлично. Давай, вот этих двоих. Отлично. Так-то повеселей будет. Давай прёмся вот сюда куда-то. Что там, блядь, происходит? Так, главное не толпимся. Не толпимся. Вы же знаете, как у меня горит от того, что вы толпитесь, как пидоры. Наши войска атакуют.
О, вот это то, что мне нужно. Схватить. Наша. Схватить. 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 Но! Чё, блядь, ни у кого? Окей, тогда делаем вот так вот. Отлично. Ой, ну да, самое важное, сука. Только тут может быть. Так, у кого-нибудь есть еще энергия? Только у всех просто по нулям ее. Кажется, атака немножко откладывается. Блять, у нас драгунов нет, нихуя. Еще батон. Там еще батон. Так, я думаю, этим стоит отступить немножко. Так, а мне создать пачку драгунов. Потому что жопа моя подсказывает, что без драгунов я тут у вас сосну тунца. Да вы претесь. О, у этого есть энергия. Есть у него энергия. Блять, мне нужна пачка зелотов в подкрепу. Зелоты! Без них я тут не справлюсь. Есть один батон. Ой, батон. Ну, понятно, вроде чё. Так, пачка драгунцов. Так, сейчас пропускаем Зила вперед. До конца ему. Жалко парня. Так, у тебя есть энергия? Хуй там. На-н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 а. Мы должны достать туда-туда-туда. Мать твою, Джонни! Ладно, хуй с тобой. Блять, энергии ни у кого нет. Мамочки, валим отсюда. Сука, кажется, я немножко тут недооценил моих противников. На-н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 а. Так. Вот драгунец там застрял немножко. А, у меня там три зелота, оказывается. А! Ой! Ах! Отъебись. Хуй соси. Не убейте меня. Ой, да хороший твали оттуда. Мне нужно собрать от... Чё-то, короче, собрать. Тут мне как-то не получается. Интересно, я туда вообще достану? Так, почти у всех моих собралась энергия. Тут фотонку чуть-чуть ранили, но то не важно. Ну, с такой-то равой мы справимся уже. Давайте двигайтесь. Может, этим попробуем проштурмить? У меня вроде у всех... Захватываем три батона, а там уже как по маслу. 46. Да, я думаю, хорошая идея. Мой уродон принято. Доверяй мне.
Мать! Ух, справились. Заходим, заходим наверх. Ну, блять, ну дебилы, ну вам же всем сказано идти вверх, так почему вы стоите на месте? Просто идите. Ты куда пошел? Друг мой, зачем ты обратно решил пойти? Мудать звонище, а? Говно ты просто. Захватываем этого батона. Захватываем этого батона. Этого сейчас ушатает, наверное. Хотя нет, мы его тоже... Ай, не надо, не надо! Да, не надо. Не стоит этого делать. На-н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 а. Чё, ни у кого нет энергии? Опять, что ли? Я знаю, что у вас есть энергия, вот. Да-да-да-да, кто-нибудь. Я ж знаю, блядь, что ты можешь. Не достает петрила. Так, вот вы двое. Осторожно, осторожно, осторожно. О, ну да, сейчас мне его еще пилить будут дверь. Спасите мою жопу! Че, ни у кого не осталось энергии? Опять, что ли? Вы что тут стоите? Если бы мне не хватило силы. О, ну да, пилите его. Здорово. А мне казалось, тут нужно было двух убить, и тогда третий типа вылезет. Ну типа сам. Присоединяясь к вам. Те из вас, кто еще помнит Айур, никогда не будут иметь дел с этой Керриган и ее гнусными выводками. Алдарис, будь справедлив. Керриган изменилась. Не заставляй нас убивать тебя. Нельзя быть настолько наивным. Пока вы искали кристаллы, я узнал, что матриарх кое-что скрывала от вас. Ну что ж, на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.